Моє вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії ми відверто говоримо з виконуючим обов'язки директора по персоналу Сумського НВО Віталієм Біловодським. Вітаємо вас, Віталій Андрійович, в нашій студії. І так несподівано, знаєте, от наприкінці квітня, коли ми знаємо, що на підприємстві відбуваються певні події, саме те, що от на початку квітня прийшов новий менеджмент на підприємство, яке останні роки всі ми знаємо, ми про це говорили і в наших ефірах, і з сумчанами, що, відверто кажучи, були непрості, навіть такі катастрофічні часи для підприємства. Віталій Андрійович, хто прийшов на підприємство і з якими планами сьогодні? Ну, во-первых, я хочу виразити благодарність за приглашення студії ITV і пожелати вам всього найкращого в творчих успіхах. І скажу так, що Владимир Матвійович Лук'яненко в кінці февраля місяця прийшов на завод. Он внимательно промониторил все структурные подразделения предприятия и к концу марта месяца принял решение восстанавливать завод. Он пригласил команду тех профессионалов, которые работали раньше. Это и главный инженер, это и главный сварщик, и главный металлург, и молодежь наша пришла. Ну и другие люди пришли на предприятие в начале апреля месяца. Мы пришли, потому что еще в далеком 2013 году, в июне месяце, Владимир Матвеевич предупреждал и говорил о том, что вы же посмотрите, что делается с нашим предприятием. Начиная с 2012 года предприятие поплыло. Очень здорово. Ну и как результат, с 2013 года по этот год, за 6 лет уложили предприятие намертво практически. Я не хочу останавливаться о том, кто виноват, там, в чем дело и так далее. Я хочу сказать единственное, что кто не родился на Фрунзе, тот фрунзенцем никогда не будет. Віталій Андрійович, я не буду нічого вигадувати, ви щойно самі сказали, що за 6 років підприємство просто лягло. Всі ми знаємо про мільйонні борги по заробітній платі, всі ми знаємо про масовий відтік кадрів з підприємства. Ви сьогодні от мені в студії говорите про те, що команда прийшла підняти підприємство, реанімувати його. Невже це реально? Я говорив на всіх форумах, і в тому числі Ніколая Олексійовича Клочка, в 2015 году, что завод может восстановить только Лук'яненко Владимир Матвеевич. Угу. Это профессионал машиностроения, и только он способен это сделать. Это вы увидите в будущем. На сегодняшний день, за короткое время, буквально с начала апреля месяца, у нас заработал кузнечный цех. Он работает сегодня. Работает литейный цех, который не работал, и упаковки возили из Ужгорода. У нас в перспективе 14-й цех, он был в составе 16-го цеха, мы его сделали снова структурной единицей и в плане возродить все структурные подразделения нашего предприятия. Буквально все. И 5-й цех, механосборочный цех, и 7-й цех, 7-й цех работает, и 8-й цех, котельно-сварочный цех, крупнейший цех. Потому что на сегодня перспектива заказа у нас есть. От тому такі задачі ставиться. Знаєте, декілька років поспіль говорили, от ви говорите про перспективу замовлень, декілька років поспіль говорили про те, що на підприємстві саме така складна ситуація через те, що з певних обставин, всі ми розуміємо, з яких закриті ринки з Росії. Тобто основним ринком збуту була Росія, а тепер ринки закриті. На інших ринках грають і працюють більш потужні підприємства, і ніша вже зайнята. Ну от є інформація, що в минулому році підприємство виробило продукції більш ніж на 3 мільярди доларів. А ні, так? На 3 мільйони доларів. 3 мільйони доларів, да, так? Да. А як зараз? Які замовлення? В якому обсязі ви плануєте от працювати, якщо так? Якщо касатися відносин з Росією, питання дуже складне, тому що політика України, вона чітко прописана, яка інтеграція, в яку сторону і так далі. Це для нас не нове. В 90-х годах, 3 роки, ми працювали без російських заказів. Мы работали в свое время и на склад, но склад этот потихонечку уходил, но люди получали заработную плату, они были задействованы, и постепенно все было распродано. На сегодняшний день у нас, начиная с сегодняшнего дня, заказов более чем на 100 миллионов долларов на этот год. Начиная с мая месяца, буквально продолжая июнем месяцем, у нас 12-14
миллионов долларов мы должны поставлять продукции. Заказов много. Ятинская, значит, станция, мы подписан договор, очень крупная, на большую сумму денег. Угу. Дальше к нам приезжали и вчера узбекские наши партнеры. У нас интересуются другие люди и другие страны. Поэтому Фрунзе на сегодняшний день до Нового года обеспечено заказами. И если мы выполним этот план, который поставили перед собой, эту планку, мы стабилизируем положение на заводе. Будет выплачена заработная плата людям? Заработная плата. Ну, во-первых, мы приносим извинения нашим фрунзенцам, что не удалось перед большим праздником Великой Пасхи выплатить заработную плату по техническим вопросам. Деньги у нас были, но по техническим вопросам не было выплачено. Поэтому она будет 2-3 числа обязательно будет выплачена. Следующая заработная плата за апрель месяц будет выплачена в 20-х числах мая месяца. А с боргами что робити? Те, какие мільйонні борги? Значит, ну, это очень интересный и сложный вопрос. Но я хочу сказать, те люди, которые работают на предприятии у нас и имеют долги, мы с ними довольно быстро должны рассчитаться. Ну, по крайней мере, в течение года. Те люди, которые подали судебные иски, и они прошли судовые инстанции и исполнительные службы, во-первых, мы призываем их, если по возможности, их отозвать, потому что у нас намерение есть не обманывать людей, платить заработную плату. Но если они вернутся, то есть иски возвратят назад, мы тоже приложим все усилия, чтобы в кратчайшее время выплатить им задолженность. Если прошли люди и не отзовут те иски, которые идут по исполнительным, ну, тогда график, мы расписали график и будем постепенно при наличии денег, конечно, это самое. Деньги на сегодняшний день у нас, если говорить, не заработанные. Нам инвестируют и на заработную плату, и на приобретение материалов, металла, там, комплектующих и так далее. Это все-таки пока мы еще занимаем эти деньги. Я зрозуміла. От ви говорите, вже є пакет замовлень, і на найближчі півроку підприємство ними забезпечено. Головне його виконати, так? І тоді будуть кошти на підприємстві, люди будуть із заробітною платою. В мене інше питання, Віталій Андрійович. Якщо раніше на заводі, на Сумському НВО, на Фрунзе тоді, працювало біля 20 тисяч сумчан, то на сьогоднішній день скільки залишилося? Ну, більше 3 тисяч. Лише, да? От якщо лише, порівняти. Лише 3 тисячі. Да. Хто буде виконувати ці замовлення? Яким чином? Я прийшов к вам для того, щоб обратиться к тим нашим родним сумчанам і к сім'ям о том, що призвати людей вернутися на Фрунзе. У нас сьогодні приходять в відділ кадрів, і ми договоримося. Чоловік ставить задачу нам. От я буду работать честно, добросовестно, мне нужна такая заработная плата. Тобто вам вже диктують. Они, да. Мы говорим, у нас условия такие. Вот. И мы договариваемся. У нас заработная плата на Фрунзе будет европейско конкурированная. Почему? Озвучите цифру, чи ні? Ні, цифру озвучить. Я мав по спеціальностям. Если сегодня средняя заработная плата 6 тысяч, то к концу года она будет намного больше. Намного больше. Я скажу, почему. Во-первых, если мы выполним то, что нам, мы ставим задачи, я озвучил эту цифру, то к концу года будет возможность уже заработанные деньги тратить на заработную плату. Но с другой стороны, человек едет за границу. Он там работает день и ночь по 12, по 13 часов в сутки. Он платит за квартиру, за питание, за все. Не бачить свою родину. Он теряет свою жену, своих детей, маму, папу и так далее. Приезжает, и ему хватает только лишь на то, чтобы принести сыну, дочери какую-то одежду, конфетки, кеды и так далее. Оплатить коммунальные послуги. Оплатить коммунальные, и снова он голый, снова туда едет. У нас без социального пакета. Мы гарантируем социальный пакет в виде отчисления соцстрах, отчисления пенсионный фонд и
довольно нормальна заробітна плата, конкурируємо з іншими підприємствами. Добре, ви готові взяти на роботу своїх колишніх спеціалістів, чи готові прийняти молодь? Кого, скільки, якої кваліфікації, хто вам потрібен сьогодні? Аби виконувати оті замовлення важко, на 100? Важко сказати, хто нам не потрібний, нам всі потрібні. Ну, во-первых, в первую очередь, это операторы станков с числовым программным управлением. Второе, это все станочники всех направлений. И расточники, и фрезеровщики, и сверловщики, все до единого. Кузнецы, термисты, литейщики, формовщики. Слесаря, начиная от котельщика, продолжая слесарь-сборщик, слесарь-ремонтник, слесарь-монтажник, вся эта самая рабочая специальность по электрообеспечению, киповцы, мастера, инженерно-технические, то есть все специальности, которые были на заводе Фрунзе, сегодня нужны. Я так розумію, це сьогодні для всіх сумчан, які говорять, що в Сумах немає роботи. На Сумському НВО чекають тих, хто буде і готовий працювати. Ви самі сказали, що люди їдуть за кордон у пошуках гарної заробітної плати. Спеціалістів в місті немає, їх залишилися одиниці. Чи готові ви вкладати кошти, час, аби вчити під себе спеціалістів? Чи є така програма запланована? На програма у нас рядом знаходиться технічне училище. Мы уже договорились о том, что весь выпуск училища мы можем принять на работу. Это первое. У нас запущенный, вернее, ну как запущенный, неработающий цех подготовки кадров для, это, для предприятия через СПТУ. Это учебный цех у нас был, 29-й. На сегодняшний день мы его открываем, готовимся к открытию. Мы договорились с техучилищем, чтобы... Они практику, дети наши, проходили на... Саме в цеху, на підприємстві. В цехи вже на предприятии, чтобы они впитывали запах самого предприятия. И потом они пришли к нам обратно. А ті, хто буде їх навчати, є на підприємстві? Є, у нас є опитні. Ну, скажу так, что возраст предприятия очень солидный на сегодняшний день, потому что ну, молодежь быстро сорвалась, уехала, невзирая ни на что. Но я верю, что они вернутся. И... Это будет очень правильно с социальной точки зрения. Они будут воспитывать детей. Потому что ну, бабушкины воспитание, есть бабушкины воспитание. Значит, жена родная, жена любимая, как была, так она и будет. Нет, они где-то там уезжают и от детей, и жены уезжают от мужей и так далее. То есть в этом плане очень негативное положение. Я вас вірно зрозуміла. Ви готові запропонувати своїм працівникам, які прийдуть, заробітну плату, яку вони будуть вимагати? Тобто, яку вони будуть хотіти? Яка зарплата, яка є на ринку? Приближенна, риночна. Що можете запропонувати? Яку заробітну плату? От, приміром, випускнику, який прийде до вас працювати. Без досвіду роботи. Без досвіду роботи? Ну, без досвіду роботи за 5 тисяч. Это хлопчику. Хлопчику, да. Який ще не має... Токарь 8-10. Слюсарь 6-9. То есть все буде зависіти від кваліфікації. Що для цього потрібно людині? Людині потрібно прийти в відділ кадрів, написати заявлення. Ми розглянемо його пропозиції дуже внимательно. Ми согласовуємо з роботодателем не... Владимиром Матвеевичем, а на месте с начальником цеха. Вот потребность человека в таком-то есть. Он приходит и говорит, я обязуюсь, у меня специальность такая-то, разряд такой-то, я хочу сколько-то получать. Начальник цеха согласовывает это, и мы будем выполнять практически обоюдний договор. Ну, у вас зараз є така можливість, якщо у людей виникнуть трохи більше запитань, ніж я вам зараз задаю, можливо, там професійних, ще якісь, чи є контактні телефони, за якими можна зв'язатися, так, з відділом кадрів? Так, контактні телефони є 68-62-89, 68-62-32. І в часи роботи з 8 до 17, так? З 8 до... 17-ї години, будь ласка, приходьте. От ви сказали сьогодні, що ви гарантуєте заробітну плату і повний соціальний пакет. До речі, про соціальне забезпечення. Всім відомо, що підприємство має дуже потужну соціальну сферу, так, свою. Це і база відпочинку, і дитячий оздоровчий заклад, санаторій, палац культури, про який говорили, хотіли передавати його там комунальну власність. Чи є в планах збереження цієї соціальної інфраструктури, як будете розпоряджатися, чи на це кошти будуть? К сожалению, большая инфраструктура у нас отсутствует. То есть нет базового отдыха «Солнечная поляна», она продана.
нет клуба юных техников, да, но дворец культуры – это наш заводской дворец. Работает очень квалифицированный директор Людмила Анатольевна. Мы ее поддержим и будем поддерживать. Угу. Дворец культуры мы восстановим, сделаем ремонты. Он будет, как прежде, фрунзенским. Пионерский лагерь в этом году будет работать, «Чайка», то есть оздоровчий центр «Чайка» будет работать. И не только для фрунзенцев, и для жителей города. База отдыха «Зеленый Гай» сейчас находится в реставрации, она тоже будет работать. Угу. Все остальное, когда мы заработаем деньги, будут и путевки, будут и другие лечебные и оздоровительные центры. Мы же ранее по договорам работали, и с Азовом работали, и с Херсонской областью. В общем, люди не обижались. Но, по крайней мере, сегодня дать обещание о том, что это завтра произойдет. Угу. Завтра нет. Послезавтра, может быть, да, потому что мы стабилизируем работу предприятия, потому что пришли не на минуту и не на час, а постоянно. Я думаю, что миссию по восстановлению нашего родного предприятия для людей, для города, для области мы выполним во главе с нашим капитаном Лукьяненко Владимиром Матвеевичем. Это мы уверены в этом. Мы пришли из-за уверенности, чтобы выполнить свою историческую миссию. Ми вам дякуємо за цікаву, змістовну, головне, корисну для наших сумчан розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що в студії телеканалу АТВ ми відверто говорили з виконуючим обов'язки директора по персоналу Сумського НВО Віталієм Біловодським. На сьогодні все, втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.